В Видновском центральном парке отдыха отметили яблочный спас. Организаторы подготовили для посетителей массу интересных развлечений. У нас всегда хорошо, весело. Каждый может найти себе занятие. И пока хорошая погода и лето, последние дни лета, пользуйтесь этим. Приходите на все мероприятия. С праздником! Самые маленькие гости праздника могли принять участие в мастер-классах. Буквально за несколько минут своими руками можно было нарисовать картину декоративным песком. Это очень увлекательный процесс. Снимается пленочка, тут песочек засыпается и прилипает на основу. Получается красивая картинка. На аллеях проходила выставка-ярмарка поделок ручной работы. Здесь были представлены украшения, игрушки для детей и многое другое. Это игрушки ручной работы в технике амигуруми. Делаем мы все сами. Это все экологически чистое, все для детей, с безопасным креплением глазок, все стирается очень хорошо. Точкой притяжения для посетителей парка были накрытые столы с угощениями, где проходило главное событие праздника – фестиваль-конкурс домашних пирогов «Яблочная рапсодия». Уже второй год проходит фестиваль «Рапсодия». Наши умелицы, самые лучшие повара Ленинского округа, показывают свой талант. Они предоставляют внимание пироги из яблок. 12 участников конкурса представили на суд гостей выпечку, пироги, торты и все, на что только хватило кулинарной фантазии. Главным ингредиентом всех сладких блюд были, конечно же, яблоки. Одной из участниц фестиваля стала главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова. Испекла два замечательных пирога с яблоками, конечно же. Там еще и другие ингредиенты есть. И слоечки. Вот слоечки я назвала рюки-крюки. Но, в принципе, я думаю, что я поторопилась их так назвать. В принципе, они получились очень такие приличные. А пироги – добрая мама. Потому что детям моим они не достанутся. Они достанутся всем присутствующим. Вот это то, что сейчас мы режем, мы назвали его «Воздушная фантазия». Это как бы наша шарлотка, но с небольшим секретом. Вот. Надеемся, что очень вкусная. У нас есть два вида пирожков. Вы когда-нибудь пробовали жареные пирожки? У вас есть такая возможность? Вот. Пирожки жареные, они у нас с яблоком и корицей. Очень вкусные, правда. Оценивали таланты кондитеров-любителей, гости праздника, а также члены жюри. После дегустации каждый из участников был объявлен победителем в своей номинации. Допустим, самый большой пирог, семейный пирог, юный пекарь – это детская номинация, бабушкины пироги – это традиция, следование традиции, самый широкий ассортимент яблочных блюд. Это как раз тот случай, где важна не победа, а создание хорошего настроения для всех гостей праздника. А сопровождалось мероприятие концертными номерами в исполнении творческих коллективов муниципалитета. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Максим Константинов, «Видное ТВ».